Подключаем полностью систему ESP, а именно ACR и систему ESC. Так, одно короткое нажатие, появляется такое вот уведомление. Сейчас у нас отключилось просто ACR. Для того, чтобы подключить ESC вместе с ACR, нужно зажать клавишу 5 секунд. Сейчас еще отключим. Жмем и держим 5 секунд. Горит у нас уведомление это, гаснет. Как раз примерно 5 секунд и прошло. Теперь система ESP полностью деактивирована. И можно отжигать.